Всем доброго. Вот пришла посылочка с Великобритании. Вот такая вот. Шла она. Это посылочка. Сколько? 9 дней. Купил ее на eBay. Это у нас здесь ноутбук Toshiba R500. Ноутбук стоит 1876 рублей. То есть была фиксированная цена. И доставка там мне где-то 20 евро, что ли. В итоге я связался с продавцом, ничего нету, связался с продавцом и скинул доставку до 10 евро. Ну, в итоге ноутбук обошелся там, грубо говоря, за 2,5. Так, конечно, запаковали супер. Ёхана. Россию отправлял. Посмотрите, сколько пупырки. Такой же второй. Я его брал как на запчасти, но оказалось, что это что рабочим взял. Сейчас. Так, у нас должна быть индикация. Сейчас, секундочку. Память есть. Памяти нет. Нет вам счастья. Так, наверное. Загорелись индикаторы. Включаем. Ну, вот так. Ну да, что жесткого нет. Ошибка. Экран целый. Вот такие вот дела. То есть вот он, рабочий ноутбук. Именно ноутбук. Это то, что его раскручивали. То, что жесткий диск, чтобы вставить там. Он вот здесь вот стоит. То есть надо раскручивать вот эту нижнюю часть с ноутбука поддон. Ничего неплохо. Сейчас. Ага, вау, отключено 100%. Разберемся. Вот такой же второй мой ноутбук. Такой же, но без аккумулятора и с разбитым экраном. Брал вот этот, чтобы восстановить вот этот. В смысле, видно. Вот, трещина. Давайте проверим. И плюс на нем нету аккумулятора. Запустился. Ага.
такие вот дела. То есть вот они, два ноутбука. Один из них будет работать. Все, всем спасибо.